Здравствуйте, меня зовут Севда Маилова, я детский стоматолог и хирург клиники Dental Fantasy. Моя специализация – лечение кариеса, пульпита, периодонтита в молочных зубах. По показаниям я провожу пластику уздечки языка, в своей практике использую только самые информативные и безопасные методы диагностики, в том числе искусственный интеллект Диагнокад. Восстанавливаю зубы эстетичными детскими коронками или композитными реставрациями, а медицинская оптика позволяет мне сделать это максимально точно и качественно. Ко мне часто приходят дети, совершенно не настроенные на лечение, но благодаря психологической адаптации вместе мы становимся настоящей командой. Записывайтесь ко мне на прием Dental Fantasy, и я помогу вашему ребенку обрести красивую улыбку и привью любовь к уходу за зубами.